Здравствуйте. Гарри Бейли. Привет. Привет, Ты привет. плывешь в молоке? Чего? Ты плывешь в тумане? Не, я это в чувне Ты плыву. ежик в тумане? Что происходит? Что такое? Что такое? Что происходит? Ежик в тумане. Даш, ты что-то там Не это? знаю, придумать. Мы где? Ты благовоние надышалась? Что случилось? Привет, я не знаю. Зачем мы вообще Это здесь? Бейли. Это Посвети Гэри себе, Бейли. сделай себе глаза фонарики, Гэри. Алекс. Гэри Давай, Бейли. точно. Мяу. Гарри Белли. Бейли. Так, Гэри ладно. Бейли. Глаза фонарики сделаешь Гэри себе? Бейли. Гэри Бейли. Гэри Даша Бейли. сломалась, короче. Надо обновить прошивку, мне кажется. Это какой-то челлендж? Вообще, просто прости, не скажешь ни слова. Олег, Азамина, не О, пугай моя меня. любимая эта голова. Голова, иди сюда. У тебя зализанная челочка такая, знаешь, прикольная. Все в порядке. Ты мог попросить, я бы открыл. Я не шумлю. О, надо Так, как-то, ну ладно, знаешь, ладно. сделать серию шепота. Кивасасайн. АСМР, короче, фазма. Такого у нас еще не было. Кивасасайн. Чего такая тишина? Я не знаю, меня самого пугает. Кто с нами? Что? А может быть, это не Олег? В смысле, не Олег? А что такое? Сломалось что-то или что? Что такое? Эй, молодой человек. Так, Покажи это. слышишь, ты чего ей подыгрываешь? Что значит молодой человек? Подыгрывает он ей там. Я Угу. не Даша знаю. сломалась, а Так, проблемы у ладно, ладно. Олега. Классно. А света-то нет. Пошли включать. Свет есть, Даша? Кивасасайн. Понятно. Дай нам знак. Дай нам знак. Что делаешь? Ты нормальный вообще? Что с тобой? Ау. Так, ну дай нам знак. Упала в гараже. Дай нам знак. Гараж. Ау, баллончик. О. 5 МП сразу, прикиньте. Ничего так уронил. Нормально. Красавчик. Так, может что-то и будет вполне. Сейчас посмотрим. И все. Ну и хватит, а что? А, так мы же на этом. Так а что Пнул, тогда вообще? смотри, пнул. Пнул! Да, пнул, реально. Он пнул Кого? только За что что? этот Пнул, самый перевернул журнал. блок журнал, да. Так, тогда можно, в принципе. Так. Вычеркиваем тогда, да, записи, если. Олежа! Что такое? Олежа! Ты нас слышишь? Олежа! Я Что прям буду сейчас тебе случилось? Что кричать! такое? Алло. Вы что, прикалываетесь или что? О, бля, ты что, ты вообще, зачем? Ну что ты, Хуя себе. сука! Спасибо, так ласково меня еще Ты хуже называл. призрака на Марсе! А где она? А что ты раньше А где молчал? она Вообще Я не раньше молчал, я хожу, блядь, с вами общаюсь. Выходите, Да молчите. нихера ты, я же не говорю, ты не Я, блядь, одупляешь, ты обидеться ходишь, успел, думал, это я челлендж. обиделся на вас, вы Я думал, это молчали. челлендж. Блядь. Я думал, это челлендж сначала Атака! Даша. Бля. Нихуя себе. Ни хрена. А сказать мне нельзя? И у меня, блядь, другой источник был выбран в настройках звука. Нельзя было мне сказать, Олег, тебя, блядь, не слышно. Надо ходить. А, блин. Так, ушел? Нет, не ушел. Я смотрю, у меня на микшере, у меня все нормально везде пишется. Там пишется, там все бегает. Что происходит? Козлина драная! Как стрёмно! Что? Что такое? Скажи что-нибудь! Я говорю, А, что... все. В чем прикол? А нельзя потому что было я... сказать, что меня не слышно? Я ж себя слышу! Все... Ебать! Призрак! Мне понравилась твоя реакция, Слушай, когда ты меня услышал. Я думал... Да потому что я думал, все это... Но я подумал, что это новый челлендж. Сначала Даша ничего не знает, потом ты ничего не говоришь. Я думал, что мне в следующей катке делать? Блин, и молчал, молчал, тут такой... Слушай, у меня идея появилась по поводу тебя. А давай ты просто без рук будешь играть. Вот ты положишь контроллер VR и будешь полезничать без рук.
в рот. А если положу и буду... А как я ходить буду? Нет, слушай, у меня комната 2x2, я буду вот тут в трейлере просто... Нет, ты просто руки опускаешь, руки опускаешь и ничего не делаешь. Вот так ходишь, как зомби. Ну, слушай, ну уже опускается действительно все. Так, не, ну это нет, это не сейчас. Сейчас надо руки поднимать вперед. А. Да, вы, конечно, молодцы. Меня в гараже, конечно. Да мы молодцы. Так еще, а сказать кажется. Нельзя думаю, было, Олег, такой... тебя не слышно. Даша ходит, угорает. Ты ходишь, угораешь, игнорируешь меня. Я обиделся вообще-то на тебя. Я успел на вас обоих вообще-то обидеться. Между прочим. Господа, у меня есть предположение, что это Рейдзю, но я не уверена. Думаешь? Надо взять фотичек. А, да? Возьмите фотичек. Соль на всякий случай. Может, Мира, ну я не знаю, просто он медленно к нам шел. Я возьму на всякий случай благовоние. Я тоже взял благовоние. Соль, я сейчас послушаю. Да, хорошо, я взял фотик. Ну, я не знаю, но у меня предположение, что это... Он медленно к нам шел. Ну, бывает, ничего ж поделать. Но почему такая быстрая атака? А, это ж безумие, то у нас же 75 раз сутка сейчас. Точно, пей. Точно. Забыла. Жена... О! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Как весело их. Так, вы куда? Давай ко мне. Так, я попробую его сфоткать. Да не, я попробую сейчас его сфоткать. Посмотри, как он ходит. Ну что-то он какой-то медлительный. Так, призрак есть на 2 звезды. Пока нормально. Да, медленный очень. Может быть и Райдзю. Ему нечего запитываться, нечего. Там особо ничего не валяется. Я опять склоняюсь к Райдзю. Думаешь, типа нечего запитываться, и он такой медленный? А надо ему туда понабрасывать. Я не послушала, так, ну, слушайте, смотрите. Оно шло очень медленно на меня. Ну как-то ну, так вообще думаю, не бодро. Ребятки, кто у нас такой? Его жопа была в тебе? Он во мне появился, жопа голая, это же этот голый. Ни хрена себе, Даша. Что там за сильвупле у вас было, я чуть не понял. Это ж был голый, да? Не запарили меня пугать уже больше призрака. Да. Алекс, это был голый, он во мне появился. Так Алекс был голый или призрак в тебе? Я не понял, что кто в голый. Кто это? Слушай, а есть мод, чтобы без одежды ходить? Ну какой, смотри на. Карина, привет. Да, Даш, мы тебя слушаем. Переставьте кто-то зеленочку подальше туда, чтобы он... Вот он появился, фоткайте! Так а чем? Нет. А где валяется? Блять. Ну я его сфоткал, да, слушай. Ну это, конечно, лишний день, но... Слушайте, у меня закончились благовония. У вас какой-нибудь есть? Или мне машину сбегать? Мать. Я чуть очкую. Ивент, ивент, ивент. Пошли в машину. Он пугает. Где? Пошли в машину. Чубавки. Бля, вот уже... Вот это уже, блядь, не ивент. Я понял. Иди ко мне, Олеж. Вот. Бегом! Ай! Я успел закрыть. Фу. Я успел закрыть. Так, сядем за палеты и туда вот. Нихера он пришел, бля. Ни хрена себе! Вот это прикол! Он прям тут был! Он прям к нам заходил! Да, ни хрена себе! Души. Даша, смотри, а молока. Что, он в тебе появился или Алекс в тебе появился? Кто появился? Так козлина во мне появилась. Ты так заорала, тут никакая изоляция не поможет. Там сейчас соседям полицию вызовут. Пошли быстро. А что, Алекса уже все, секирба... Ивент или атака, что? Гост, да, гост. Ни хрена себе, гост ты, блядь. Да ну его нахер. А где он Алекса убил, когда? Я не поняла, когда он его убил, но я слышала... Да, было, баба. Так, стоп. Я не могу его микрофон... Пошел в жопу микрофон. Хочу я его слушать. А, слушай, есть 2 вонючки, возьми вонючку. Да, вон труп Алекса лежит в гараже. Слушай, ну я не знаю... Давай еще принесем, надо его ускорить. Давай по датчику движения, просто я не могу понять, кто это. Давай. Если что, вонючка на мне. У меня тоже есть вонючка. Давай по датчику движения поведем, просто я... Алекс, нужна помощь, мы не понимаем, кто это по скорости, тебе надо посмотреть.
ты там блитосы не хочешь купить, не? Пока нет. Ладно, я взяла. Давай туда, на вход датчики. Ты здесь поставил один. Костер этот, не костер, господи, крест горит. Роняет вещи активно очень там. Блин, ну это не они, по-моему. Была пыхалка, по-моему. Сработал датчик движения там твой. Вот он появился, да, смотри, есть чем фото? Блин, прям вот тут вот стоял, вот здесь. В обогревателе этом. Черт. Атака. Гом. Ну, пока непонятно. Надо миража проверить быстро. У нас мираж остается еще. Быстро за миражом. На выход, на выход, на выход. Алекс, на выход. Мы еще не проверили мираж. Фу. Алекс, есть идеи? Душный какой. Кто, Алекс или призрак? Алекс, есть идеи? Да, нет, призрак. Есть идеи? Не, нету. Я за него могу тебе сказать. Так, давай, слушай, давай жахнем таблетосы по две штуки. А где мой? Ага. Ну это жесть. Стоп, а где зажигалка? А где... А... Вот. Надо посолить. Вот зажигалка, вот. Уже под... Вот, по-моему. Нет, я взяла. Возьми тоже соль, надо посолить. Алекс, тебе будет задание соль посмотреть, потому что... Ну, у меня фонарик в руках. А, все, я тогда солю. Ну нам сейчас толку особо немного от этой таблеток. Ну да, на безумие такое. Бросает опять. Бросает активно очень. Уходи лучше. Алекс, так лёг. Как ты вообще в гараже оказался-то? Но он активный. Опа-опа. Может, они? Мне казалось бы... Я, понимаешь, я провтыкала. Был пых или не было? Я пыхов, я по-моему, не слышал. Мне казалось, что я видела облачко, понимаешь? У меня просто сейчас вот вылетело... Ходит. Там либо Алекс ходит, либо призрак. А, Алекс тут. Значит, это он там ходит. Датчик срабатывает. Алекс, наступил? Не наступил? Чекай кучки. Проверяй кучки. Наступил? А, нет. Чёрт. Смотри, тень его появилась темная, смотри. Какой стрёмный. Ты видела на двери? Аккуратно, фига. Нужно отсюда атаку начать. Мне это не нравится. Да, напряжненько. Я не очень понимаю, кто это. Надо, чтобы Алекс его посмотрел. Алекс, надо посмотреть, как он меняет скорость во время атаки. Меняет ли он ее вообще? Или у него сейчас будет постоянно? Вот это очень важно, чтобы ты посмотрел. Может, у него в гараже одна будет скорость, а вне гаража другая. Алекс, там, я вижу, книжка летает. А, ты же там был, книга летала. Наступил на соль? На соль наступил, это не мираж. Все, Алекс, беги смотреть скорость. Так, ну пока непонятно. Что-то он не атакует долго, тебе не кажется? Таблетки вряд ли так действуют. Но это и не тень. Красавчик.
Нету, Даш. Тишина. Значит, таблетки хорошие были. Душнило, что ли? Не может быть дух. А мы его не обкуривали. А у нас духа нет. У нас же вычеркнули. У нас не может быть духа никак. Я его вычеркнула. Может, почему? У нас же МП5. А, ты в этом... Мы его в последней атаке не обкуривали, по-моему. Мы же не обкуривали его? Да вроде нет. Не, мы просто спрятались. Ой-ой. Подожди, а я вычеркнул записи, потому что он перевернул блокнот, типа, все, беги. Записи... Беги, беги, беги. Блять. Фу. Все. Он к нам заходил. Да. Не работает, да, тема с перевернутым блокнотом, который он перевернул? Не, я не знаю, можно ли на 100% вычеркивать из-за блокнота. Но мне писали в комментах, что якобы... Аккуратно. Айвент. Вон он там появился, разбил. Это не джин. Мне кажется, что джины не бьют лампочки. У тебя есть идеи, Алекс? Скорость менял? В гараже быстрее, потом медленней. Райдзю. Это Райдзю. Угу. Давай поставим Райдзю тогда, поехали. Он очень душный, этот Райдзю. Значит, Райдзюха таких... А Алекс показывает нет, смотри, Алекс показывает, что это нет. Оно... В смысле? Еще раз. Он в гараже был быстрый? Скорость у него менялась вообще? Он в гараже был медленный? В гараже быстрый? Ничего не понимаю. Короче, давайте я вам проговорю. Я проговорю свои предположения, а вы уже будете думать. Короче, дух не может быть, потому что 3 минуты, мне кажется, вне прокуров у нас не было. Он атаковал, по-моему, меньше, чем 3 минуты. Мюлинг, он тупал, как слон, поэтому не мюлинг. Мираж наступил на соль. Абаки отпечатки должен обязательно иметь. Джин, ну я не думаю, что это джин, потому что он бил лампочки. По-моему, джин не бьет лампочки, он не должен их бить. Тень, ну какая тень в жопу? Они, у меня ощущение, что это может быть они, но мне показалось, что я видела дымок, и я не уверена, видела я или нет. Ну, Горё, понятное дело, что не может быть, но это не твины, а он все время начинал с одного места. Они или Райдзю? Алекс на близнецов, походу, что, видишь, Алекс? Показывает, да? Да. Типа с разными скоростями ходили? Хорошо. А, он не знает. Я между Райдзю, Они и твинами. Я не уверена насчет Они. Я видела этот пых. Я вроде бы видела, а может и не видела. Короче, я не знаю. Я попробую Райдзю. Давай я поставлю Они. Ты ставь Райдзю. Давай. А ты, Алекс, кого поставишь? Алекс твинов. Твинов поставь. Близнецов поставишь? Или... Хорошо. Давай. Поехали. Это жесть. Это просто какая-то жесть. Как такое возможно? Фух, ну давайте посмотрим, кто же это был на самом деле. Потому что загадочная катка, и хрен его знает. Близнецы! Да ладно, Алекс! Да ты что? Да ты что? Ну, слушай, я не мог, Даша, объяснить. Я не мог объяснить тебе, не в гараже быстрее ходил. Он получился так, что он 2 атаки, он ходил с обычной скоростью, я то есть за ним не успевал. Mm-hmm. А потом 3-я атака, он еле-еле, как старый дед, ходит. Я, блин, подумал, что, наверное, мне тоже казалось, что менялась скорость. Ну, я поэтому пытался. А я не знаю, как тебе объяснить, что это не Райдзю точно было. Он ходил всегда каждую атаку с одной скоростью в любом месте, но именно разные атаки. 2 подряд нормальные и 1 медленная. Блин, жалко. Вот у меня был момент, что я думала, что тут точно была фишка со скоростью. Ошиблась, жалко. Но зато какая катка получилась. Нелли Андерсон у нас накопилась. Нелли Андерсон, хорошо. Давай посмотрим.
Красиво, красиво. Так, пойдем поищем температурку и лазерок. Ну, погнали. Куда мы? На фермочку? Да, твоя любимая на ферма. На безумечке? Наш любимый графоний. Безумие. О, обожаю. Обожаешь безумие? В следующий раз надо на 9x пойти. Обожаю умирать, да. У меня есть для вас... О, я открыл дверь, а у меня текстуры не загрузились. Нормально. Так, вы все пошли вниз? Или вы опять меня не слышите? Дай нам знак. Ты тут? Призрак. Can you hear me? Can you talk? Дай нам знак. Дай нам знак. Ой, я ходил, не посмотрел даже. Даже не посмотрел. Я включил свет. Что? Я услышал тебя с соседней комнаты. В игре я тебя не слышал. У вас тут какая-то движуха, а я там свет включаю, Аташ. Я твою работу взял. Аташ. Олежа, бегом сюда, он на нас напал. Давай. В смысле, чего? И спасибо за жалуйся, конечно. Что там? Да он гостевент начал он отсюда, на погнался напал. За нами, мы бежали. Три градуса. Ультрик, ультрик. Я уже с жизнью попрощался. Да, он где-то тут. Ультрик, Алекс, он тут дверь трогал. Бегу. Какую? Быстрее. Аташ. Приход, входную, вот эту, Алекс, быстрее. Фу, блин, я не... Ну да, я обвешанный всем, чем можно, блин. Не там они. Полезный член команды. О, хыхалка. Вот теперь хыхалка точно была. Облачко было при хыхане. Мы не видели облаков. Я не видел. Что это за звуки? О, трогает Алекс. Давай проверяй, Бринька, давай. Смотри. Кого трогает? Вот, вот эту дверь. Дверь входную. Вот эту. Опять эту дверь? Да, у тебя да. Пятёра, по-моему, пищит, смотри. Нет, ты пищишь весь. Крест горит. Все подряд. Крест горит, все подряд. Так, сейчас нам будет звездец. Это, по-моему, демон. Слушай, похоже. Ну, мало того, что это безумие, да? Одна улика должна быть. Есть улика? Не, нету. Он потрогал две двери, отпечатков не было, крест пыхал, сгорел, крест пыхал, крест пыхал, горел, все было. Облачко было или он не было? Он хыхал, но облачков не было. Не было. Ты здесь? Are you here? Выходи. Are you young? Выйдите, пожалуйста. Он сейчас атаку начнет. А чё, куда? Кресло качается, смотри. Кресло качается, вот. Хочешь, сядь на кресло. Алекс, сядь на кресло. Are you young? Да блин, я застрял. Да, все, сел на. Ух ты, ёб твою мать! Место имба, блядь. Да какого хрена ты нашла-то, сука? Как там, привет? Все, да, изогнутая тетя, да. Раз, ну вроде сидели как мышки, ёпта. Мышки, да, сидели, какого хрена вообще? В пижаме. Вон она, изогнутая тварюга, блядь, гимнастка сраная. Как она нашла? Мы же нормально сидели тут. Нифига. Да, тихо вообще. Она просто мостик делает, видишь, как в школе. Блядь. Опа, пивко не любит. Или любит. Тут не понять. Ну так пить неудобно, кстати, пиво вообще. Не, оно так... Но она так медленная, будет. Смотри, она не бегает. Надо запомнить. Ну, сходит на обычной скорости, в общем. Мигает обычно, ходит обычно. Все, вот это мы запомним. Шумит обычно. Где Даша? Давай смотреть, где Даша. Что ли взять? Сейчас. Даша в надежном месте, надо за ней было бежать. Кстати, да. Она, наверное, наверху, скорее всего. Если мы побежали сюда, мы запрятались под лестницей. О. Вот она, нет, вот. А где она пряталась? Не знаю. Места надо знать. А вы что издеваетесь? Мы ее одну оставили, вообще нормально. Она столовательная, да? Она из гостиной. Я думаю, что это вообще демон. Да, кстати, мы тоже думаем, что это демон. Вы температуру мерили? Будь здоров. В которой она нас напугала, Алекс. Да. Температура, ну да, ну блин, ну она нормальная была. Ого, таблетка. О, вот нормально это, да, закинулась. От души, конечно. Вы мерили температуру, где она нас пугала? Там у меня сейчас 200%. Ну спали, да, мерили? Да, мерили.
Сколько? Ну, да, была маленькая температура? Я не помню. Я тоже не знаю. Мерили на цифры просто. Я за эти глаши. Так пойди проверь, чё. Ты ж таблетки выпил. Даша, не проверь. Больше 3 градусов. Не знаю, всё. Понятно. Всё, медведь ничего не знает. Я реально не помню, без прикола. Я зашёл, блин. Я тоже не помню. Да в том-то посмеялся и вышел. Да началось, всё завертелось. Пойдём. А, ну как? Больше 3 градусов, меньше 2 градусов, полградуса. Хрен да, его там знает, сколько там было. Там 2,5 было или 2,7? Ты точно посмотрел? Надо до сотых, до миллионных знать, короче, все. Вот он лежит, показывает 7,1, кстати. Как мне это сообщить, Даша? 7,1, а у меня 8,6. Не, у меня сейчас 7,7. Ну, 10,9, кстати. Ну, тут тепло, правда, блин. Ну, хрен его знает. Но она отсюда разве пошла? Она пошла из прихожки, там, где кресло скрипело, помнишь? Она появилась вот там, вот у камина. Да, не, я помню, так было дело. Да, я пытался, только думаю, приседу. Потом, я просто и мы побежали. За шкаф с тобой, да, да, да. А откуда она вышла, я не видел. Я ж спиной-то не вижу. А там неоткуда выходить. Там диван и выход во двор туда. Да. Где я радио выбросила? Ну, одну улику надо. Тогда хотя бы можешь что-то погадать там по скорости, по... Иду. Даша, надо найти одну улику. Hello. Блин, ну она так таблеток столько съела, что атаки мы сейчас хер дождемся. Так ей не надо атаку сейчас. На этом уровне сложности пусть хотя бы поищет. Да. Правильно, она... Покажи, о, дверь трогает, видишь? Радио. Смотри, она трогает двери тут. Радио у нас. А, радио. Ты слышал? Я не слышал ответ. Ты слышал ответ из радио? Ну, Даша врать не будет, да? Ну, само собой, потому почему мы не слышали? Так. Бежим. У нас спиритбокс. Про скорость можем сказать. Что у нас? Ну, радио. Ну, а, ну, фу ты, блин, я. Как говорится, выбирай. Любой призрак на твой вкус. А у нас спиритбокс. Ну, да. Да, Даш, вот. У вас есть какая-то идея? Понятно. Даш, ну ты, это вопрос риторический. Знаешь, можешь вообще не спрашивать. Ходим, наблюдаем. Не, ну мы можем про скорость сказать, ты спроси. Я поэтому безумие не люблю. Вот она спрашивает, какая у вас идея? Там дохуевая туча этих призраков, и мы должны какую-то идею якобы дать, понимаешь, чтобы не облажаться. А идей нет. Не, ну смотри, ну мы можем Мороя, там, Диогена вычеркнуть, например, уже, да, попытаться, потому что скорость обычная. Я вот, а остальное... А, Фантома вычеркнуть точно можно, потому что он не... Но это понятно, это такое. Но по факту... Кто у нас? Да, но все равно... Еще их штук 7 остается, и что делать надо, да. Пока. Я поэтому говорю, нужна еще, может быть, или атака, или еще что. Ну хотя вообще-то мы ее видели. А ты не заметил, она моргала? Не фантом, точно, да? Не, она это не фантом, точно не фантом. Это 100%. Точно не Диоген. Миража на соль надо. Ну, Даша сейчас все, конечно, сообразит, сделает. Но опять же, еще видишь, в чем проблема? Мы еще не знаем толком, откуда она еще тварь выходит. Ну, я видел ее не тут. Хотя она отвечает в этой комнате. Не, ну, крест. Слушай, ну да, ответила здесь крест. Тут кушала, так что. Может, опять близнецы, кстати? О, Даша на Андрео проверяет. Вам задание, следите за свечками, пожалуйста. Да, все, я сел. Посоли. О, затушила. Затушила, смотри, сразу. Так. Если укусит крест, но свеча не потухнет, скажите. Свеча уже потухла. Укусит крест, но свеча... Слушай, а положи медведя, туда на свечку, прям насади его. Что вообще за мысль? Ну давай. Не, положи его, опусти. Вот. А сейчас поджечь, у него голова будет светиться. Да, давай, подожги. Тут смотри, затушилось. Вторую зажег. Вторую затушил, блин. А вон может зайца. Зайца посади на вторую свечку. Посади зайца на вторую свечу. Даша зайдет, скажет, а где свечки? Так, оп, иди сюда, зайдем. Ай-яй-яй. Слушай, я ж не только на свечку. Я мало того, что на свечку сажу, я еще и на крест, понимаешь? Ну ладно. О, а что загорелось? Где не понял. Свеча? У тебя жопа только что отдельно от тела ходила. Да? Ну это бывает. Главное, чтобы не шалило. Так, ну в общем мы следим. Ага. Смотрим. Наступил. О, наступил. Наступил. Мираж. Наступила. Это не мираж. Я уже там повычеркивал половину.
Слушай, ну я вот миража и фантома вычеркиваю, точно. Опа, пошла. Поползла, по-моему, или это ивент. Я только что видел, как она ползла. А что это? Это ивент, наверное, был. Дрянь такая. Да-да-да, напугала пиздарики. Что это она? Она ивентирует. У тебя попа танцует прикольно, так джига-джига. А что нам еще на том свете заниматься? Не кусает? Не, не кусает. Так. Так, мародиоген вычеркиваю. Не кусает пока. Ну, топчется, топчется, слышно прям. Смотрим, смотрим, да. Блин, даже так что близко поставила. Так. Ну, слушай, вещей мало кидает, да? Вряд ли это полтергейст. Ушло тоже вычеркнуть? Или? Фантика надо проверить. Не заметил. Не, а она ж вроде не моргала так. Фантика. Нет, нет, нет! Это не фантик. Даш, посмотри на меня. Это не фантик. А, я уже теперь не объясню. У меня есть подозрение, что Пучка это фантом. Полтора? Не, помогает. Нет! А, она не видит моего блокнота, что ли? О, смотри! Опа. О, это точно не Андрео. Да. Он сожрал это не Андрео. То есть у нас остался да, дух, Полтер, Мара, Йокай. У нас Мара, Йокай, близнецы, мимик. А не мимик уже бы дал бы эту. Да, его же вычеркнем в первых случаях. Свеча горит, крест съел, правильно? Да. Значит, это не Андрео. Сейчас про фантома спроси. Я для Полтера там насыпала. Может, это Морой? Не, вряд ли. Не знаю. Вам не кажется, что когда он вас сожрал, он ускорился? Да нет, по-моему, не с лестницы как-то завалило. То есть скорость нет, у него нет, была постоянная, нет, да? Угу. Он да, не скорость стал маленькая. Бегать быстрее, когда нет, он вас убил. Не-не. Он менял скорость? Нет. Нет, хорошо. Значит, это не Морой? Угу, так открыть. А, ну да, какой Морой? А. Стоп. Морой проклинает. Морой обязательно радио. Но надо будет сейчас, чтобы вы посмотрели его скорость. Ну, как по мне, была бы обычная скорость, да? То есть он не бегал. Угу, угу. Согласен. Вообще не менял, ни этот... Не, слушай, ну... Вот сейчас поймем, близнецов вычеркнуть, если что. Если атака, другая скорость будет. Ну, смотрите, дух, я могу... Давайте я душнилу проверю. Надо, чтобы сейчас была атака. Я его обкурила, и надо засечь 3 минуты. Хорошо? Угу. Идем обкуривать. Так, я секундомер достал. Я достал секундомер на всякий случай. Так что можно будет засчитать. Да? Все, блин, как эти полезные призраки. Сейчас, блин, я что-то на Мару прямо сейчас думаю. Сейчас все перебрал. Думаешь, Мара? Так. Ну, блин, я не знаю, тут больше мне вообще никто не подходит. Но опять же, сейчас Даша накурит его. А Даша в машине. А что она сделала? А, она закурила и ушла, да? Нет, вот. Вы должны будете фантика проверить. Ой. Это не фантик, блин. Мы проверяли. Вот он идет на нее. Даш, поджигай. Йо, не, это не фантик. Видишь, как она моргает? Да не-не-не, она моргает обычно. И она медленно ходит. Видно, я фантика давно вычеркнул. Блин, ну сейчас, вот мне кажется, сейчас она медленнее стала, чем тогда. Хотела нет? обкурить, а них. Не-не, ходит, мычит, смотри, вот. Нихуя себе пиво. Ты что, пиво бросаешь, мразь? Или нормальная все-таки. Не-не, нормальная скорость у нее. Или? Да, нормально. Обычная, даже я бы не сказал, что нормально, просто по-моему, вот. Так же и ходила, да-да-да. Угу. Да. Не быстрее, не медленнее. Даша же шла сколько изначально положено, обкуривать, а эта мразота начала атаку резко. Так, и чего? Когда секундомер-то на тебе нажимать? Это вообще засчиталось? Ну, нет. Как оно? Атака ж была. Это ей надо идти, брать другое благовоние, возвращаться. Какого хрена? Вот и я про это же говорю. А вот валяется на полу благовошка, смотри. На полу лежит. О, да. Ну, это, наверное, она и положила. Выйдите со мной, пожалуйста. Мне к вам несколько вопросов деловых. Ой-ой-ой. Это было так, скорость нормальная была. Скорость да, была обычная, не меняла, да. Не быстрее, обычно. Не меднее, все. Да, все, если что. Короче. Мне тоже не показалось какая-то разница. Скорость у нее упала по сравнению с той атакой? Нет. Блин, мне же надо проверить духа, твою мать. А, так оно работает, духа, типа? Атака разве считает? Фантик? Нет, нет.
Подожди, а разве надо же надо без атаки проверять, нет? Она зажгла во время атаки, чтобы отпугнуть ее. И пошла прятаться. Даже виднее, когда что там поджигать, курить когда. Зря ты взял секундомер, ты все равно не знаешь, что делать. Почему? Я посмотрю, когда она зажжет, и отсчитаю 3 минуты. На кухне бросает. Все. На кухне? Посмотрите на кухне, она бросает вещи или нет? Вентилятор включен на кухне. Хуя себе. Кстати, да. Вентилятор включила. Ну, шмотки вроде не валяют. А вот, смотри, банка. Вот тут банка валяется. Душная карта. Да. И пока что все. То есть больше вроде бы нет. Ну, вряд ли полтергейст. Мне кажется, как-то бы поактивнее все это дело было. А, кстати, что там с обувью, которую Даша накидала? Вентилятор работает. Кресло качается, смотри. Вентилятор возле кресла и вентилятор на кухне работает. На качалке катается тварь опять. Активные пиздарики вообще. Она опять на качалке катается. Есть какие-то идеи? На кого ты там ставил, скажи ей. Нет, у меня не... Опять а на кого? Кресле качается. Вам нужно сейчас ее скорость посмотреть, пожалуйста. Она один... А, типа, может ускориться ну, сейчас, да? Да? Поменять... Нет, посмотри, ну да, если сейчас, например... Ну, хотя, не. Если нормальная скорость, то уже вряд ли близнецы. Так, смотрим, вот, смотрим, о, смотрим, где она? Откуда? О, нифига с кухни выходит. О, слушай. Такая же скорость, как и была. Но она шумная. Или? Подожди, сейчас она прямую выйдет, она разгонится и... Не, смотри, идет как обычно. Слушай, а мне кажется, медленнее идет, нет? Блин, у меня нету радара, как у полиции. Я не смогу зафиксировать. Как по мне, она еле-еле передвигается. А по-моему, она стала медленнее ходить. Да, да, она медленнее ходит. Думаешь, это дух? Слушай, она с другого места, она с кухни вышла, это близнецы. Все, я разгадал нахрен эту тайну сраную. Ебать ты, Мариарти, прям вообще просто. Сука. Все, пошли, есть идеи. Я, конечно, буду... Есть идеи? Дебилом, да, да, макни, макни. Да, выхожу. Да. Макни. Вы что-то поняли? Да, мы все поняли, мы разгадали жизнь. Я сейчас буду перечислять, и ты мне будешь говорить. У тебя правая рука пропала. Да. Сейчас, да, я тебе поверну, чтобы я книжку видела. Давай. Дождь как сова видит боком как-то. Ладно. Нет. Полтер? Мара? Кстати, последний будет вариант. Не с той стороны Даша начала. Морой? Твины? Вот у меня тоже было подозрение, что это твины. Она откуда пошла? Она пошла из кухни? А там, да как я тебе отвечу вообще, откуда да, она да, пошла? Да, 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 она же из кухни, махни. Махни. Вы едете, да. Вы расскажете, да? Сори. Едем и расскажем. Да, хорошо, да. Едем и расскажете. Ты выживай. Не знаю, что да, пошла с кухни, должна была от кресла. Кстати, это что, да. Я близнецов поставил. Я хрен его знает. Я поставил же? Ёпта. О, ес. Готов. Едем? Думаете? Да поехали, Даш. Я сейчас, конечно. Все. Ну, посмотрим. Ну, блин, ну разница была, ну точно. Ну. Посмотрим. Еще одна интересная катка. Кто же был на самом деле? Это были близнецы. Это близнецы! Такие да, близняшки! Ай-яй-яй! Yes. Ну, то же самое, блин, была уже такая фигня. Две атаки подряд, ходит вроде бы нормально, все. Ну, третью начинает опять, пум-пум, еле как выдохся. Ну вот на. И причем, я да, думала, начал с кухни. Морой. С гостиной было, а потом второй вышел вообще из кухни. А вы заметили, что вообще-то ответил он мне в спальне? То есть он туда сюда мигрировал. Да, так и оттуда начинал. Он, да, то на кресле качалки покатается, то пойдет пивка долбанет на кухне, то вернется туда, вообще непонятно. Как он вас сожрал? Ну и двое, они ходят, бродят. Мы под лестницей спрятались. Ну как, мы за шкафом, мы надежно сидели. Эта девочка тоже. Вообще, это спортсменка, гимнастка сраная. Просто мы сидим, вообще ни движения, ни звука, ничего, ни запаха, надеюсь. Я на нее наткнулась, когда вас съели. Да. Я с вонючкой на нее наткнулась. Слушайте, ну неплохо, мне понравилось. Я думаю, что это точно заслуживает лайка. Да, нормально. Мы хоть вдвоем там, хоть и мертвые были, но вдвоем оно всегда веселее мертвыми быть. Ну, спасибо всем большое, правильно, за просмотр? Конечно. Увидимся уже. Все, увидимся. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего хорошего. Пока-пока.